Бельбемче – одежда замужней женщины в форме юбки. Деталь национального женского кыргызского костюма. Юбка на широком поясе, надеваемая поверх платья. Подобные юбки издавна носили во многих азиатских странах – на Украине, в Молдавии, в Прибалтике. Кыргызские женщины надевали ее после рождения первого ребенка. В условиях кочевого быта она была крайне необходимой. Не стесняя движений, она защищала от холода во время езды верхом на коне. Примеры. Бельдемчилю келин – невестка в бельдемче. Бешкабрга бельдемче – фольклорная. Пятирёберная бельдемче. Бельдемчине белине бекем курчанды – крепко повязала бельдемчи себе на талию.